Здравствуйте! Я приветствую вас в магазине Арабеска и стране вязания Ярни. Сегодня в этом ролике мы научимся с вами пользоваться мощнейшим новым инструментом, который называется фильтры, и который поможет вам найти в нашем магазине совершенно все, что вам нужно. Для этого мы перейдем либо в каталог пряжи и аксессуаров, это общий каталог, либо в один из разделов, который разбивает нашу пряжу по составу, как вам угодно. Что мы видим перед собой? Мы видим фильтр, который состоит из нескольких критериев для поиска, которые не взаимоисключают друг друга, а могут одновременно помогать нам выбрать то, что нужно. К примеру, давайте выберем с вами пряжу для ребенка на лето, однотонную. Приступим. Первый критерий, который мы обозначили для поиска, это детская пряжа. Собственно говоря, вот он наш критерий, который мы и нажимаем для того, чтобы сделать первый отбор. Как видите, у нас обновляется фильтр. То есть он сейчас на данном этапе разбивает только то, что входит в детскую пряжу. Иного он уже вам не покажет. Давайте посмотрим. У нас здесь хлопочки, вискоска, зимняя пряжа цветная, демисезонная пряжа, опять хлопочек. То есть мы с вами отобрали пряжу детскую, но сезонность у нас здесь не учтена. Давайте учтем сезонность. Нажмем весна-лето. И вот у нас уже отобрались только те позиции, которые соответствуют двум критериям поиска. Это летняя весенняя пряжа, то есть это легкая пряжа хлопочки, и детская пряжа. Количество позиций уменьшилось уже в поиске, то есть их становится все меньше с каждым разом. И как видите, здесь у нас уже только летняя пряжа, но и цветная в том числе. Давайте, чтобы отсеять цветную пряжу, мы выберем тип пряжи. Вот наш классификатор. Это классическая пряжа, фантазийная пряжа, принтовая с длинным переходом и меланжевая. Это короткие переходы, которые дают рябушку в полотне. Принтовая дает переходы более плавные, более широкие полосочки. Нам в данном случае нужна классическая пряжа, та, которая не подразумевает ни фантазийных добавок, ни цветных каких-то вариаций. Поэтому выбираем классическую пряжу. И наш круг сужается еще больше. Мы получаем здесь только однотонную пряжу. Вот уже лино у нас здесь появилось, Inca Pima Tencel. То есть сейчас у нас учтены три критерия поиска. Это летняя пряжа, это классическая пряжа однотонная и детская пряжа. В принципе, то, что было задано как цель в нашем примере, выполнено. Дальше вы можете поиграть, допустим, выбрать из этого уже нужного вам производителя цену, вес мотка, длину нити в мотке. То есть это не предел для нашего поиска, и вы можете играться этим фильтром настолько, насколько вам это нужно. Это очень удобно, очень информативно и на самом деле очень быстро. Далее вы можете делать заказик, то есть вы переходите либо в товар, либо из списка, выбираете количество пряжи, нужный цвет, и нажимаете кнопочку «Купить». Кнопочка «Хочу», кстати, была описана в предыдущем ролике. Вы можете узнать, как она работает, посмотреть, попробовать. Я думаю, у вас все получится. Не забывайте подписываться на наши новости, чтобы быть в курсе всего самого интересного. Подписка на новости находится на главной странице справа. Желаю вам удачи, желаю вам ровных петелек и непревзойденных воплощений. Всего доброго!